Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый вечер! Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где через несколько минут, может быть, уже там через, на самом деле, даже несколько секунд стартует интереснейший поединок. Полуфинал Кубка ЛФЛ. Первый полуфинальный матч Кубка ЛФЛ, в котором сразятся Северный Гефест, который хозяин поля сегодня, и Восточная РМА, которая, естественно, в гостях. Это второй полуфинал Кубка ЛФЛ, потому что первый сейчас в эти минуты проходит на западном Сетунь Парк, и там в западном дерби Титан и Трансконтейнер выясняют отношения на 57-й минуте. Сейчас со счетом 1-0 Трансконтейнер впереди. Я вам сообщу, конечно, когда этот матч завершится, его исход, но это тоже только первая часть противостояния западных клубов. Ну а у нас здесь, соответственно, начинается сейчас противостояние во второй паре. Гефест в своей уже теперь основной красной форме с бордовыми вставками на плечах. Ну а РМА в голубых футболках, голубых трусах и белых гетрах. Сейчас команды здороваются друг с другом в центральном круге. И самое время назвать стартовые составы, пока игра еще не началась. Гефест, ворота защищает Станислав Станиславский, номер 32. До последнего решали, кто будет из голкиперов защищать ворота. Наставники команды выбрали Станиславского. Оборона справа налево. И здесь, внимание, номер 90 Андрей Идрисов. Номер 4 Константин Лозбенев. Номер 6 Андрей Моисеенков, капитан команды. Полузащита в центре поля. Максим Мухин, номер 7, справа. Евгений Шеренков, номер 23, слева. Александр Масленников, номер 28. Сергей Романович на острие атаки. У него номер 25. В запасе у Гефеста голкипер Сергей Бурцев, номер 83. Защитники Станислав Каханов, номер 51. Мартин Хорин, номер 13. Полузащитники Артем Варакин. Гефест сразу же пошел вперед. Ну, а я вас ознакомлю после этой атаки с составом РМА. Мухин не доходит до удара его, но доходит до удара Андрея Идрисова. Мощное начало от Гефеста. Состав РМА. Ворота защищает Владислав Федотов, номер 1. Оборона справа налево. Игорь Акимов, номер 4. Максим Иващенко, номер 9. Матвей Матвеев, номер 2. В центре полузащиты Федор Стукалов. У него 8 номер на футболке. Справа в полузащите Олег Ткачев, номер 6. Слева Кирилл Иванов, номер 17. И на острие атаки Сергей Татевосян, номер 15. У него на футболке должен был быть, но на самом деле я уже вижу, что это не так. И у него номер 6 на футболке нарисован. Ну, нанесен скорее. В запасе защитники Дмитрий Колдаев, номер 5, и должен был быть Дмитрий Королев, номер 14. Я видел, что он выводил команду с капитанской повязкой, но он в поле на самом деле. Тут у РМА произошли изменения, сейчас разберемся. Ну, а также в запасе Марат Закеров, номер 20, Дмитрий Фатахов, номер 26, и Павел Пацекин. У него пока не указан номер, потому что непонятно, приедет он или нет на стадион. Вот если приедет и выйдет, мы узнаем, под каким он будет номером. А давайте сейчас разберемся, вместо кого же играет Дмитрий Королев. Так, ну у нас Олега Ткачева, я так понимаю, нет на поле. Так, ну РМА, конечно, нас немножко подставила сегодня с своими номерами. Кстати, Трансконтейнер второй гол забил Титану. Это важно, учитывая, что там уже идет добавленное время. В один мяч лучше. Лучше в два мяча, конечно, выигрывать, чем в один. Но сейчас попробую разобраться с составом РМА, потому что он не такой, какой был заявлен. И номера не такие, какие были заявлены. Я, например, вот вижу, что в протоколе у Дмитрия Колдаева номер 14, но на деле... На деле под 14 номером играет другой человек. Да и Кирилла Иванова нет на поле. И вообще я его не вижу на стадионе. А, вижу на стадионе, но он в запасе.
Но я пытаюсь разобраться, опять же, кто у нас под пятым номером действует. Ну, заявлен Колдаев, еще раз повторю, это не Колдаев, абсолютно точно. Королев делает прострел. Да, вот Дмитрий Королев, он действительно играет под 14-м номером. А под пятым играет Олег Ткачев, который в протоколе заявлен под 6-м номером. Ну, по крайней мере, здесь по отношению к стартовому составу нет погрешности. Но, соответственно, у Дмитрия Колдаева будет какой-то другой номер, возможно, 15-й. Тот номер, под которым заявлен Сергей Татевосян. Точно не скажу, но такое ощущение. А здесь момент у Гефеста. Масленников! И как же Сергей Романович не попадает по мячу. Там его успевает опередить защитник. Сергей Романович против РМА. Это интрига, потому что из этой команды Романович и перебрался в Гефест. Достаточно долго он Святая РМА защищал и, собственно, перебрался в последнее трансферное окно. И сейчас он может открыть счет в матче, но спасает Владислав Федотов. Ворота Дмитрий Ершов, главный арбитр встречи Игорь Елисеев. Ему помогает в качестве резервного. И для вас эту встречу комментирует Александр Седов. Последние секунды добавленного времени идут в матче Титан-Трансконтейнер. Ну или последняя минута, третья уже. По-прежнему там 2-0 в пользу Трансконтейнера. Не то чтобы это сенсация, но, наверное, все-таки Титан, как самый богатый, возможно, вообще самый богатый клуб ЛФЛ, там, это спорно, но один из самых богатых точно, считается фаворитом. Но, с другой стороны, Трансконтейнер команда тоже очень крепкая. Да, там закончилась игра 2-0, Трансконтейнер победил. Трансконтейнер команда крепкая, она, по-моему, Титан уже обыгрывала в этом сезоне в чемпионате Западной Премьер-лиги. В общем, прям так уж удивляться не стоит этому результату, и при этом не стоит хоронить абсолютно. Титан, два мяча можно отыграть, а здесь держат руками Масленникова, в том числе из-за этого у него не получается нанести точный удар, вернее, сильный удар, в точном он был, в створ мяч попал, ну и Акимов отработал как мог, но в итоге даже, да, желтый здесь не будет, просто помешал Масленникову нанести хороший удар. Хороший темп у нас, быстро идет игра. Гефест действует с преимуществом, но РМА, в общем, тоже играет достаточно качественно. И надо отметить, что для обеих команд это вторая игра за уикенд. РМА буквально вчера проводила матч чемпионата. 18:10 была игра с Бригом. Ну и в этом матче потерпела поражение команда Академии Менеджмента со счетом 2-1. 2-0 проигрывали после первого тайма. Во втором за 6 минут до конца с передачи Дмитрия Королева Федор Стукалов один мяч отыграл. Но этого оказалось мало. И сейчас РМА занимает в турнирной таблице только 7-е место в Восточной лиге, в Восточном высшем дивизионе. Хотя могли обойти пятый элемент, но здесь момент, мимо ворот проходит удар. Могли обойти пятый элемент, который сегодня играет свой матч, но у того будет эта игра была сегодняшняя, но не совсем в запасе, потому что вот сейчас по 26 игр у команд, и РМА на 1 балл теперь от пятого элемента отстает, на 6 опережает Норренс. Ну вот борьба за 7-е место, может быть, за 6-е место, может быть, за 5-е и 4-е еще с Трансгарантом и Либо удастся побороться, но вот этим поражением от Брига, команда, которая из зоны вылета поднялась на 12-е место благодаря этой победе, сенсационной, конечно, для РМА это неудачный исход. Что касается Гефеста, то вчера Гефест играл момент, еще один Романович, такой тычок в сторону ворот, не самый удачный. И отбивается РМА. Так вот, Гефест вчера играл с Интером в матче, ну, центральном матче, в одном из двух центральных матчей уикенда, потому что игра ЦДК с Динамо, которая сегодня состоялась, тоже центральная игра. Интер в случае победы мог оформить чемпионский титул, но матч завершился в ничью 0-0. Для Гефеста своя интрига, борьба с Динамо за второе место. Ну, формально еще Динамо и Гефест могут первое занять, но это практически невероятно. Борются между собой, у них было поровну очков.
перед этим туром, и поровну осталось, потому что Гефест и Динамо одинаковые вообще результаты показали. Гефест с Интером 0-0 сыграл в матче, где, наверное, Гефест чуть-чуть владел преимуществом, но небольшим, в целом игра равная была. Ну, а Динамо только что играла с ЦДК, и та игра тоже 0-0 завершилась, драматичная, напряженная. Яркая, но по итогу ничейная. Еще один удар Масленникова. Владислав Федотов отражает удар на угловой. Может быть, хотел поймать мяч, но это не получилось сделать. И Масленников сам идет этот корнер подавать. Придавил Гефест соперника. Но РМА достаточно бодро держится. На самом деле, в этой четверке полуфиналистов Кубка ЛФЛ, наверное, РМА ну, явный андердог, хотя можно назвать случайным гостем. Ну, как случайным? Дошли до этой четверки уже не случайно, но, безусловно, РМА здесь не ждали. Тем не менее, эта команда достаточно крепкая. Команда, умеющая играть. И смотрите, сейчас как Ткачев играет против двух, а это не просто двое, это Моисеенков и Идрисов. В итоге отбирает Моисеенков мяч. И здесь чисто, хоть и через ногу, но в мяч сыграл Ткачев. Моисеенков лежит, ему больно, но там больно ему руке. Он неудачно упал, по-моему, то ли наступили ему на палец, то ли он выбил его, вывернул, падая. Сейчас Андрей Моисеенков держится за палец, атака Гефеста уже на чужой половине поля. Романович, там его жестко встречает Максим Иващенко. Выбивает мяч в аут. Он дал побороться Ершов в этом эпизоде, видите, и уже Гефест атакует Мухин. На Моисеенкова не стоило здесь давать передачу. Хотя, может быть, и стоило, потому что пас Масленникова был неудачный, а Андрей Моисеенков вот сукаризный посмотрел на Мухина и высказал ему, мол, отдай мне. Но там был игрок недалеко от Моисеенкова, и Мухин не рискнул этот пас давать, ну и в итоге Гефест мяч потерял. Из-за боковой РМА вводят, но здесь на Идрисова. Не рискуют ближнему играть, не рискуют играть в центр. Бросают по линии боковой. Ну и в итоге, видите, мяч потерян. Гефест матчем с Интером вернулся на бренную землю после континентальной футбольной лиги. Но, собственно, вернулся еще там Гефест на бренную землю. Так, Станиславский впервые вступает в игру. Вернулся там еще на эту самую бренную землю, потому что очень неудачно Гефест, конечно, на КФЛ выступил, особенно в связи со своими амбициями, задачами и прошлогодним результатом, когда Гефест в полуфинале в «Авангарду» проиграл по пенальти, стал бронзовым призером КФЛ, одним из двух, а здесь из группы не вышел, из группы абсолютно проходимый, из группы, из которой должен был Гефест выходить, но собственные ошибки, недооценка команды «Беслан-М» и необъяснимый провал в концовке игры с полетом смоленским не выпустили Гефест из группы, из которой он должен был выходить с первого места и быть одним из фаворитов КФЛ в плей-офф, но ведь не получилось. А с другой стороны, может быть, меньше сил команда затратила, в том числе эмоциональных, и более злой будет в концовке сезона. Да, вчерашняя игра с Интером была важна, но все-таки сегодня результат важнее. Это кулуарно признавали и сами руководители Гефеста. Здесь трофей на кону, там только медали, причем какие-то медали у Гефеста будут, либо серебряные, либо бронзовые. Наверное, здесь вот можно так сказать, что для «Динамо» чуть важнее выиграть серебро, потому что для «Динамо» это будет высшее достижение в истории. Ну а «Гефест» был чемпионом Северной лиги. «Гефест» — это амбициозная команда, для которой, в общем, да, если ты не чемпион, то это уже сезон не самый удачный. Так, я понимаю, Дмитрий Фатахов появляется на газоне. По 26-м номером он заменил Сергея Татывасяна. Нападающий РМА не был заметен, в том числе потому, что нападающая фигура зависимая, а до Фатахова мяч, ой, до Татывасяна мяч не доходил. Иващенко тянется, но успевает скинуть мяч Владфедотову головой. Но из обороны выйти у РМА не получается. Там Моисеенков хороший перехват, обратно получает от Масленникова, не стал бить, отдает Мухину. Мухин разворачивается, перебрасывает голкипера. Причем никто не касается мяча, кроме Мухина, и поэтому удар от ворота, поскольку мяч мимо прошел, мимо створа. Ну, Гефест уже, можно говорить, на гол наиграл, с другой стороны держится тоже достаточно крепко РМА.
А футбол штука такая. Здесь, если ты свои шансы не реализовываешь, то все может плохо кончиться. Ну и, собственно, континентальная футбольная лига, я думаю, повлияла на выбор состава руководства Гефеста, потому что, я уже сказал, вот, внимание, да, и можно, наверное, теперь немножко и расшифровать, потому что, ну, непривычное сочетание античных Согласитесь. Ох, вот смотрите, Фатахов себя показывает, и это перекладина. Это перекладина, пусть и сверху ворот, но все же перекладина. Ворот, вот и первый шанс. Мы видели у РМА. Ну, вот сегодняшний состав Гефеста повторяет вчерашний на матч с Интером стартовый. Но, конечно, мы не привыкли видеть Андрея Идрисова в обороне. Он может сыграть там, и даже в Гефесте на этой позиции оказывался, на позиции крайнего защитника, но вынужден обычно. Ну, а сейчас здоровые Каханов и Хорин в запасе. Лазбенёв в центре обороны, Идрисов на краю. Сейчас он слева вот с мячом, но понятно, что вообще он играет справа. Тут просто Моисеенков пошел бегать по полю в разные стороны. Ну и Евгений Ширинков в стартовом составе. Это тоже ответ на неудачное выступление команды на континентальной футбольной лиге. Справа играл Идрисов в полузащите, но сейчас он, видите, в обороне. Здесь защитники пострадали. Каханов и Хорин решили своих мест. Они, собственно, конкурировали по большому счету. Лазбенёв, наверное, сейчас игрок твердый стартового состава. Соответственно, он либо с краю выходит, либо в центре. Если он с краю, то Каханов в запасе и Хорин в центре был. Если он в центре, то в запасе Хорин, с краю Каханов. Но вот сегодня и Хорин, и Каханов в запасе. В центре играет Лазбенёв, с краю Идрисов. Ну и Ширинков получил место в стартовом составе. В остальном здесь выбор Сергея Романовича в борьбе с Алексеем Гусевым и Алексеем Хатулевым. К слову, Романович на континентальной футбольной лиге за Гефест не играл, но играл на этом турнире за Дуслар Конькова, которому он обещал уже выступать за эту команду, из которой он стал чемпионом России, я хотел сказать, а на самом деле нет. Романович, по-моему, не играл тогда на чемпионате России. Его подтянули вместо Нодара Кибадзе. Ну вот он перешел в Гефест, но уже была договоренность с Дусларом Коньковым, что он играет на континентальной футбольной лиге за эту команду, и он не стал эту договоренность менять, а сейчас Романович делает ключевую передачу, выводит Евгения Ширинкова на голевой момент, а тот не попадает в ближний угол, да. Вот так вот можно и лишиться места в стартовом составе. Ну, не думаю, что руководство Гефеста будет вот так вот импульсивно реагировать на промах, но, конечно, момент-то у Ширинкова был убойный. Я вижу, что Кирилл Иванов готовится у РМА появиться на поле. Лазбенёв считает, что Фатахов под него подсел, но здесь в любом случае Станиславский играет на выходе. Причем было громко и очень спокойно он опередил нападающего РМА. Вот Дмитрий Фатахов выступал за КДС, если я правильно помню, на севере, за КДС Победу еще. И, по-моему, в МЗКП он был, вообще воспитанник Химок Дмитрий Фатахов. В общем, ну, Северная лига ему знакома. Ширинков недоволен, считает, не вышел мяч. Посмотрел, он когда услышал, что замена, мол, да, если у Гефеста будет замена, скорее всего, первым заменят, но замена не у Гефеста. Федор Стукалов покидает поле у РМА, и Кирилл Иванов появляется на газоне, но не в центр, по-моему, в центре будет Королев. Ну, а Кирилл Иванов слева. У Кирилла Иванова тоже с Северной лигой, и есть кое-что общее, но он никогда не играл в Северной лиге, но играл за команду Северной лиги на чемпионате России 2016 года в Сочи. Он за Московский легион выступал, и единственную победу
команде в стадиях плей-офф чемпионатах России, континентальной футбольной лиги, помог одержать, забил гол в матче с Томским домом, который в итоге 4-3 «Легион» выиграл. Причем вырвал на последней минуте добавленное время тогда московский клуб эту победу. Но это вот была разовая акция. Кирилл Иванов долго выступал на Западе за Москву. Потом ушел Фемиду, а здесь гол из ничего. Романович забивает и не празднует. Хотя не уверен я, что забей он другой команде. Иначе бы он отмечал это взятие ворот. Но в любом случае Романович, конечно, здесь нашел у Владислава Федотова, как сказал бы Геннадий Орлов, щелочку между ног. Да, 1-0, вот так вот Гефест один из самых неявных своих моментов в этом матче реализовывает. Но в целом, как я уже говорил, на гол команда Дмитрия Вакуленко и Алексея Швындина наиграла. И вот замена, и Ширинкова меняют, и выходит Евгений Королёв со вторым номером на поле. Гефест вообще не часто делает замены, достаточно консервативно в этом плане. Работает тренерский штаб. Королёв... Мы много отмечали с комментаторами, с коллегами, что и Ширинков, и Королёв больше времени заслуживают. На поле недавно принес победу. Он с APC, по-моему, 2-1 выиграл Гефест в тяжелой игре. Королёв принес победу, потом опять оказался на скамейке запасных. Но вот сегодня получает достаточно рано свой шанс. Смотрите, как активно входит в игру. Была атака РМА, там Кирилл Иванов бил, его удар заблокировали. Так вот, про Кирилла Иванова заканчивая, играл он за Москву, потом ушел в Фемиду северо-восточную, там провел больше года. Ну и вот по ходу этого сезона перебрался в восточный РМА. По сути, ко всем трем топ-лигам он имеет отношение, ну вот к «Легиону», северным я уже сказал, какое отношение имеет Кирилл Иванов, ну а северо-восточная лига, ну одна тоже из лучших лиг второго эшелона, ну, наверное, после «Юга» пятая северо-восточная лига. Вот на юге не играл Кирилл Иванов. РМА в атаке. И Дмитрий Фатахов зарабатывает угловой удар. На 21-й минуте. Бежит его подавать неспешно капитан команды Дмитрий Королёв. Подача! Идрисов пропускает мяч, а Иванов не ожидал, что Идрисов пропустит. Ну, наверное, на то и был расчет. Но вообще, конечно, рискованный пропуск мяча. На самом деле, интересный момент у РМА. Двумя лучшими бомбардирами являются Михаил Каретников. Ну, в чемпионате двумя лучшими бомбардирами. 22 гола забил в 18 матчах. И Сергей Романович, который забил 16 в 14 проведенных встречах. Так вот, оба уже команду покинули. Каретников перешел в «Кайзер». В лидера северо-восточной лиги, играл за «Кайзер» на континентальной футбольной лиге, ну а Романович в «Гефесте». Больше всех забил из имеющихся игроков как раз Дмитрий Фатахов. В чемпионате у него 10 голов. 9 у Стукалова, 6 у Ткачева, 5 у Кирилла Иванова. Ну, представляете, да? Порядок цифр. Ну, а «Гефест» по-прежнему в атаке, и штанга! После паса Романовича бил Идрисов в штангу, там без шансов пробил, но... Стойко сыграла сейчас за голкипера. Дмитрий Королёв, кстати, тоже на севере играл за «Космос». Максима Тихонова такая была. И, к слову, он там играл с Сергеем Романовичем, который, вот, собственно, в «Космосе» достаточно долгое время провел. Когда «Космос» развалился, ушел и Романович, и уже играл в РМА достаточно долго. Но Романович тоже изначально игрок северной лиги. Иванов против Мухина, цепляется за мяч, работает технично, откидывает Королёву, тот назад играет. Снова Королёв, но были там такие слухи о том, что определенные финансовые проблемы у РМА по ходу этого сезона были. Собственно, вот так вот Романович ушел из команды Каретников, еще там люди покинули. Но, видите, команда осталась боеспособной, вполне очень хороший коллектив. Но и сейчас, да, да, впереди Гефест, да, он играет помощнее, да, он побольше моментов имеет, но 23-1-0, и была уже перекладина. Хороший, классный. Напряжение держат футболисты РМА соперника. Вижу, что... Артем Варакин
пошел переодеваться у Гефеста. Масленникова или Романовича заменит. Скорее всего, хотя, может быть, и Королева, конечно. Но тогда получится совсем маленький отрезок. Евгений получит, 5-минутный примерно. Покинул поле у РМА Олег Ткачев. Я сейчас пойму, кто его заменил на правом фланге полузащиты. Фатахов. Недавно, несколько секунд назад, фалил на Евгении Королеве, но РМА уже отобрала мяч. И свою атаку разворачивает, в которой Фатахов поучаствовал. Много двигается, он, наверное, можно сказать, в стиле Артака Григориана. Зоны освобождает, уводит защитников, подыгрывает партнерам. Ну, со скидкой на разницу в классе все-таки. Григориан это, наверное, суперзвезда ЛФЛ. Фатахов просто хороший игрок, один из лидеров РМА. Стукалов проходит и ближний угол бьет, и Станиславский ногой мяч отражает. В общем, достаточно уверенно. Сейчас РМА играет в последние минуты. Скажу, наверное, пару слов о Лиге Чемпионов. Там северных команд не осталось. Здесь момент какой! Ох, и от Варакина мяч уходит. В борьбе с Матвеем Ватвеевым по своим воротам получилось. Пробил Артем. Ну, выше ворот мяч там прошел. Но, видите, достаточно опасно. Так вот, в Лиге Чемпионов северных команд не осталось. Но тоже полуфиналы сегодня играются. И тройка регион. Ну, тройка южная, теперь так она называется. Обыграла ФКСП дома с счетом 4-0. Футбольный клуб сотрудников прокуратуры. Чемпион западной премьер-лиги. И уже практически чемпион этого сезона. Главный фаворит Лиги Чемпионов, да, вот потерпел поражение, которое почти не оставляет шансов. Мы много рассуждали с Кириллом Разумовским в материалах, в трансляциях о том, что 4 мяча отыграть у тройки регион, задача непосильная. Ну, а сейчас играют две западные команды, очень много у нас западных команд осталось в полуфиналах, аж 5. И вот Мегатитан и ЦДН сегодня играют. И счет 0-0, пока там 15 минут сыграно, там практически. Ну, должны были также в 19 начать, как и этот матч, но там позже завершилась игра трансконтейнера с Титаном. И на 15 минут позже началась игра в Лиге Чемпионов. РМА проводит концовку первого тайма на чужой половине поля. Фатахов падает, пенальти такой не поставят, но и он не спорит. В борьбе с Королем, кстати, был. Ну и Станиславский успокаивает игру, забирая мяч в руки. И на этом первая половина встречи завершена. 1-0, Гефест впереди, гол Сергея Романовича определил разницу. Отдохнем и вернемся на вторую половину. Возвращаются команды на поле. Стадион на Флотской. И у нас начнется вторая половина встречи. Через несколько секунд Дмитрий Ершов готов дать свисток. Возобновление игры. И хотя вот Алексей Хатулев, Алексей Гусев, нападающие Гефеста, не стартового состава, разминались в штрафной площади перед пустыми воротами во втором тайме, вроде бы оставляя нам месседж, что Сергей Романович вернется на поле. Но нет, Хатулев, который заканчивал тайм, он же его и начнет. Кстати, я сказал, что состав тот же, но Масленников не играл, конечно. Вчера вообще, там Варакин, по-моему, начинал игру с Интером. Масленников вообще не играл, не было там и Павла Котова, например, Павла Котова, который сегодня подошел в конце первого тайма, и даже до сих пор еще его нет на скамейке, он переодевается в раздевалке, он так неспешно в костюмчике с рюкзаком подошел. Его тоже вчера не было, да. Наверняка выйдет на поле, важный игрок Котов для Гефеста. Ну и давайте о составах, в которых команды начали вторую половину встречи. Гефест, ворота Станиславский защищает, как и в первом тайме. Оборона. Здесь изменения есть. Ох, какой перевод. Какая комбинация! И нет углового. Будет аут. Или даже аута нет. Вот так вот оставляет РМА мяч в игре. Моисеенков, шикарный перевод. Там Хатулев мог бить, но не стал. Скинул Масленникову, и тот бил вратарь. Классно сыграл Филотов. Поднял мяч в воздух, а дальше не было ни углового, ни аута, и РМА в итоге сейчас с мячом. Аут в пользу Академии менеджмента. Ну так вот, справа сейчас Станислав Каханов появился. В центре остался Константин Лозбенев, слева Андрей Моисеенков, но заменили не Идрисова. Идрисов остался на поле, он сейчас играет центрального полузащитника, заменили Максима Мухина. Справа Евгений Ширинков, налево вернулся Александр Масленников, но Алексей Ходулев остался в атаке. Что касается РМА, Владислав Федотов, понятно, остается в воротах, запасного вратаря у восточной команды нет. В обороне
Справа налево Игорь Акимов, Максим Иващенко и Матвей Матвеев. Здесь без изменений на протяжении этих 36,5 минут игры. Федор Стукалов играет в центре поля под восьмым номером. По краям Дмитрий Королев, номер 14, Кирилл Иванов, номер 17. И на острие атаки Дмитрий Фахов, номер 26. Он заканчивал тайм. Он и Иванов не были в старте, хотя Иванов заявлен в старте. И в расстановке вы могли его видеть. Но на самом деле выходил не он, а в стартовом составе как раз Дмитрий Королев. И Олег Ткачев, которого сейчас на поле нет. А Дмитрий Королев должен был в запасе начинать, но играл в старте. Ну и сейчас он начинает вторую половину. Гейфест после тяжелой концовки первого тайма надавил в начале второго. Но это такие первые пару минут. Посмотрим, что дальше будет. 1-0 счет очень скользкий. И в формате двухматчевого противостояния практически ничего не означающее. Но означающее, что Гейфест пока впереди в счете. Но судьба борьбы далеко не предрешена. Бывает, знаете, что там на второй матч там команда не собралась, допустим. Ну, это не про Гефест, конечно, Гефест соберется. Даже если кого-то не будет, состав будет отличный. У Гефеста вообще очень глубокая заявка. У античных очень сильная команда. Но этот сезон вряд ли пока Гефест может в актив занести, потому что Интеру проиграли борьбу в чемпионате на втором этапе. Но можно выиграть трофей, можно даже два выиграть, потому что еще ведь будет Кубок Севера, где еще пока не стартовали команды высшей лиги. Они в стадии 1-16 финала начнут соревнования. Гефест контролирует мяч. Лазбенев пошел вперед. Но здесь здорово отработал Игорь Акимов. Жестко играет и хорошо он. Хатулев навязал борьбу. Кстати, Алексей Хатулев очень неплохо вошел в игру. Так, а Дмитрий Ершов поинтересовался состоянием Константина Лазбенева. Понял, что все нормально. Ну и разрешил продолжить игру Гефесту вводом из-за боковой. Давайте о пути команд немножко поговорим в этом турнире. РМА играл на групповом этапе на Кубка ЛФЛ. Начал с поражения. Здесь удар дальний. Не точно начал с поражения от Респект Кипост на юго-востоке. Счетом 3-4. Обыграл затем Западную Москву 5-3. Затем ничья с 3 звездочки МЮПИ юго-западной командой 2-2. Потом победили 3 звездочки 2-0. Победили Москву 5-3. Победили Респект Кипост 4-2. Вышли с первого места из своей группы. Хотя 4 очка было после первого круга. Ну вот 9 во втором решили исход дела. Затем были мартовские матчи 1-16 финала с Ультрой. Северо-западные, очень напряженные игры. 1-0 выиграли на выезде, но дома уступили 3-4. И в итоге только в серии пенальти команда с востока Москвы смогла сломить сопротивление коллектива Северо-запада. Здесь момент, Стукалов! Выше ворот мяч проходит, но это потому, что, по-моему, Станиславский дотянулся. Или Моисеенков мяча коснулся. Вот так вот. Очень опасно. Атаковала сейчас команда гостей. Ну, а что касается матча с Ультрой, то здесь ввели 3-2 в ответной встрече футболиста РМА. А в итоге 3-4, и там концовка очень нервная была. Но по пенальти 3-1 выиграл клуб с Востока. И затем были противостояния с Торпедо Сити, южной, очень приличной командой. И там было очень напряженно, тоже все 2-2 долго был счет в матче на юге. Но в концовке РМА забила 2 мяча, выиграла 2-4, а дома 3-0 победила Торпедо Сити. И вот таким образом оказалась в полуфинале, где сейчас уступает Гефест 1-0. Что касается Гефеста, то он начинал в другом турнире свой еврокубковый сезон. Начинал в Лиге Чемпионов, но выступил там неудачно. Сначала обыграли 7-3 Россош, но это было понятно. А затем последовало поражение 1-6 от ФКСП. Неожиданное в чем-то ничья на Северо-Востоке с Кайзером. Здесь фол на
Масленниковой. И уже первая желтая карточка на 37-й минуте. Игорь Акимов, тот самый жесткий защитник РМА, получает горчичник за грубую игру. Ну, жестковато срубил Масленникова, и тому больно. Штрафной удар. Ну, а у РМА повисает на предупреждении важный игрок команды. И здесь сразу мы смотрим, у Акимова была одна желтая карточка, он не пропускает следующую игру. Но штрафной удар, это опасно. Сначала посмотрим его, потом уже про путь Гефеста и о Еврокубках поговорим. У мяча Лазбенев и Моисеенков. Лазбенев раньше особо не исполнял удары штрафные у Гефеста, но вот видите, сейчас начал. Каханов просит передачу, там Фатахов ее попытается заблокировать, если что. Но если она пройдет, то у Каханова точно будет убойная позиция. Кто будет бить? Моисеенков может закрутить. Пробегает Лазбенев, бьет Моисеенков, в Стукалова попадает и будет угловой. Дождемся окончания углового. Его Шеренков идет подавать. Много сегодня времени Шеренков получает. Особенно по сравнению с тем, что было по ходу этого сезона. На ближнюю штангу подачи туда врывался Алексей Хатулев. Но в центр вратарской скорее ударить не получилось. Здесь контратака. Фатахов хотел уже свистнуть. Сейчас Ершов... Фол Идрисова, но Фатахов продолжил и в итоге довел до удара атаку. Так мог и на желтую Идрисов наработать. Кирилл Иванов уходит с поля, возвращается в игру Олег Ткачев под пятым номером у РМА. Так, ну Пацекин так и не подъехал, по-моему, у РМА пока что. Хоть и формально он в заявке числится. Станиславский выбивает. Котов вот уже в зоне разминки. Но пока не разминается, а просто, как и другие игроки Гефеста, наблюдает за игрой. Если он не в костюме клуба приехал, то сейчас уже у него клубная кофта надета. Ну, у Гефеста много экипировки. Вот все стоят в черных клубных кофтах, а Алексей Гусев в белой клубной кофте, стильной, парадной, в которой футболисты пришли на стадион. А большинство пришли. Но только Сергей Романович в какой-то черной кофте непонятный. Ну так вот, ничья с Кайзером 1-1, а затем было поражение от Кайзера 1-3, и поражение от ФКСП 2-5, и Гефест потерял шансы на выход из группы, пропустив как раз ФКСП и Кайзер. Ну и победа 13-2 над Россошей уже ни на что не влияла. Гефест вышел таким образом с третьего места в 1-16 финал. Да, там, кстати, Россош формально могла обойти Гефест, но там надо было выиграть в 5 мячей, даже в 6. Россош, ну а в принципе в победу Россоши над Гефестом никто особо не верил, но и 12-3 это подтверждение. В 1-16 финала Кубка ЛФЛ очень тяжелый соперник был у Гефеста. Западная СТК Магистраль, и игра на Флотской завершилась со счетом 3-3, но вот на выезде СТК Магистраль была обыграна 2-1 Гефестом. Ну, а затем эпичное противостояние с Динамо, северное дерби в 1-4 финал, то есть, я прошу прощения, да, с 1-8 финала, конечно, стартовал в плей-офф Гефест. Так вот, в 1-4 финала первый матч у Динамо Гефест выиграл 3-0, но не по игре. Но, опять же, кого это волнует, важен результат. Ну, а в ответный матч проиграл 2-1, хотя вел 1-0 долго, но в концовке два подряд гола быстренько забило Динамо и выиграл, но уже было все ясно. Здесь рукой играет Шеренков, но фол в пользу Гефеста, потому что подтолкнули Шеренкова. Разыгрывает быстро Гефест, Лазбенев Моисеенкову. Удар Каханова! Отбивает грудью голкипер в Масленникова, мяч отскакивает. Гефест, да, это... Ну, опять же, нет ощущения, да, что вот сейчас крупная РМА проиграет, да, например, хотя давление серьезное. С другой стороны, закончится все может как угодно. И, допустим, еще один раз найдет Гефест лазейку, а потом, допустим, РМА развалится. Правда, не должны футболисты с Востока именно рассыпаться, даже если 0-2 будут проигрывать, пометуя о том, что противостояние двухматчевое, но все же. Алексей Гусев сегодня маринует на банке тренера Гефеста, потому что готовится Романович. Хатулева замените! Хатулев бьет головой! Оставшийся один почему-то в центре штрафной и не попадает в створ. Подбадривает своих футболистов, полевых, своих партнеров Михаил
Иващенко, центральный защитник РМА, предлагает завестись. Ну и тут я бы не сказал, что нет желания футболистов РМА, просто тяжело. Гефест, конечно, фундаментально играет, очень плотно и очень сконцентрированно. И когда Гефест настолько сконцентрирован, конечно, его тяжело вскрыть, пройти. Но РМА, видите, атаку проводит, да удар доводит дело, пусть он не доходит до Станислава Станиславского, но угловой зарабатывает восточная команда. Будет хитрый розыгрыш? Нет, просто подача. И Станиславский здесь, кстати, я сказал, что у него 32 номер, но нет, на самом деле у него футболка с первым номером сегодня надета. Обычно он играет по 32-м. И замена. Хатулева меняют на Романовича. Сергей пока герой этой встречи, и потому что противостоит своему бывшему клубу, и потому что забил единственный гол. Масленников ошибается в передаче, спешит Олег Ткачев за боковой вести, бросает на Матвеева. Ну а здесь Каханов опасно играет, ну да, накладка была, конечно. И Максим Мухин готов вернуться в игру у Гефеста, но вот опять ограниченной обоймой. Алексей Швынин и Дмитрий Вакуленко предпочитают работать в этом матче. Три человека всего выходили на замену. Из тех, кто начинал в старте, это Каханов, Хатулев. Даже два человека выходили на замену. Каханов и Хатулев. Ну и, собственно, те, кто уходил с поля, те и возвращаются. Ох, Станиславский пытаются быстрее футболиста РМА разыграть и довели до удара Стукалова. Станиславский уже вернулся, но сейчас посидит, придет в себя. Там он, конечно, перелетел через своего футболиста. Достаточно неприятно. Романович общается с Иващенко и Федотовым. Ну да, немало они крошки съели на полях вместе. ЛФЛ. Станиславский. Федотов успеет мячу. Да, ну вот, по сути, для Романовича, да, показательно, какая команда лучше, да, та, в которой он играл, или та, который играет сейчас, кто пройдет, правильный ли выбор он сделал, хотя не думаю, что именно вот по итогам этого противостояния определяет Романович верность своего выбора, но и тем более, что пока он определяет разницу. И сейчас, смотрите, отличный проход, лишь в подкате в итоге его передачу блокируют. Моисеенко бросает на Лозбенева. Съедают Моисеенкова, Стукалов и Фатахов. Максим Мухин вместо кого? Шаренкова меняет Мухин. Соответственно, у нас перестановки. Идрисов пойдет на край. Но попозже, пусть сначала Мухин выйдет, да? Идрисов не спешит занимать место с края, потому что сейчас даст Ершов игру продолжить. И никого не будет в центре у Гефеста. И сейчас пока ситуативно остаются на своей позиции Идрисов в центре поля, а Мухин крайнего идет держать. Вот сейчас он удачно вступает в игру. Получается, Масленникова откидывает. Здесь Лозбенев. Перевод и Мухин. А может, Мухин и на край вышел. Посмотрим. Но смотрите, сейчас у Мухина момент. Грудью принял первым касанием, вторым пробил внешней стороной стопы с лета, но в дальний угол не попал. Нет, Мухин в центр заходит. Идрисов справа. А, ну Варакин еще выходил, все правильно, я забыл его. Трое футболистов выходили с скамейки запасных у Гефеста. Романович. Масленников. Моисеенков с левой ноги.
Защитники блокируют. Из-за боковой Каханов на Идрисова, но тому тяжело магию из такого положения свою фирменную сотворить, а он-то может на самом платке такое учудить, что никакая защита не спасет. Лазбенев, Масленников, здорово уходит от Акимова, и перекладина спасает ворота! Уже бил в пустые Романович, но ведь не смог подстроиться так, чтобы внести мяч, но здесь момент, Мухин! Чудом просто сейчас не пропускает РМА второй мяч, чудом не забивает Гефест. Ну вот, знаете, может это все аукнуться на самом деле, античным. Играть-то 13 минут еще, но это только в первом матче, а еще будет вторая игра. РМА держится, и РМА, я думаю, может пока себе в актив занести происходящее. Для тех, кто интересуется противостоянием Мегатитан ЦДН, и кто хочет знать счет в онлайн-режиме, я сейчас его назову на данный момент, а те, кто не хочет, могут пока звук выключить ненадолго. 1-0 Мегатитан впереди в матче ЦДН пока что. Ну вот такие вести у нас из Лиги Чемпионов. Но здесь у нас, нам некогда отвлекаться, очень интересное противостояние мы видим здесь на Флотской, и РМА, хотя и является андердогом, хотя и... Гефест играет с преимуществом, хотя и создает больше моментов и опаснее смотрится. Все равно у нас даже судьба этого матча не решена. И смотрите, какой удар Ткачева, и вынужден кулаком через перекладину мяч переводить. Станислав Станиславский. Сходили в атаку футболисты с Востока, ну и возвращаются назад в оборону. Сейчас Гефест будет позиционную атаку начинать, и Станиславский понимает, что соперники спешить никуда не будут, понимает, что соперники сразу же сядут в оборону очень плотно, ну и... Поэтому не спешит Станиславский. Но Гефест умеет атаковать позиционно. И вот он сейчас это демонстрирует. Масленников и... И нет пенальти, показывает Ершов. Хотя Масленников считает, что его сбили. Вчера был эпизод в матче Гефеста Интера. Гефеста с Интером, в котором вполне могли назначить ворота на Радзуре пенальти. Но Владимир Коржевский не поставил. А в первом круге, когда в итоге Интер выиграл 5-2, ведя 4-0, потом был счет 4-2, и вот при счете 4-2 во втором тайме точно не назначил арбитр пенальти в ворота. Интер, не увидев, что Руслан Нахушев сыграл рукой, отбив мяч, летевший в створ. Так, четвертый фигурант запаса выходит у Гефеста на поле. Андрей Идрисов впервые меняют, и меняет его Павел Котов. Под 17-м номером на правый фланг он выходит. Замена проходит и у РМА. И я так понимаю, что Матвей Матвеев впервые покинул поле. А вместо него Марат Закеров впервые появился в игре. Ну вот РМА тоже новые лица вводит в игру, вводит в дело. Ну и РМА тоже. Три человека выходили на замену и сейчас не забивает Гефест. Отражает. Федотов удар Масленникова, будет угловой. Но, конечно, давление очень серьезное, и Гефесту нужно еще один забивать. Но 1-0 это, особенно при таком преимуществе, это, в общем-то, практически ничего. Никакой перевес добытый. Ну, да, он есть, но он маленький. Еще раз повторяю, один случайный момент может все изменить. А где один, там и второй. И никому, как не Гефесту, это, знаете, в континентальной футбольной лиге. Ладно, на Бесланем не настроишься. Удар! Отбивает уже... Федотов, мощнейший выстрел в ближнюю девятку от Моисенко, переводит мяч в перекладину. Так вот, выиграли у Туниса крупно, потом не настроились на Беслан-М, проиграли 2-1, в последнем туре нужна была победа над полетом из Смоленска. Начали мощно, быстро забили два гола усилиями Масленникова, вели, да, там полет тоже играл хорошо, но 2-0 держался до последней 10-минутки. А затем полет забил один гол, и при таком раскладе и полет, и Гефест выходили.
таким образом выбивает Беслан М из борьбы. Хотя при счете 2-0 выходили Гефест и Беслан М. Так вот, да, и тут же еще монеты! Пожалуйста! Пожалуйста, там 2-2 сыграли, потому что полет тут же забил мяч в ответ. А здесь Дмитрий Фатахов забивает ответный мяч в ворота Гефеста на 52-й минуте. Ну, примерно то же самое, да? Ну, и тогда полет забил второй, и при счете 2-2 уже выходили полет и Беслан М. И Гефест мог забивать, и тогда бы при 3-2 опять выходили бы полеты Гефест. Только Беслан М бы это не устраивало, но Гефест не забил. Гефест тогда ничего не смог сказать. Сейчас Стукалова быстренько меняет Кирилл Иванов у РМА. Да, ну и посмотрим, что Гефест. Вот он в матче с матча на КФЛ с полетом ничего создать не смог. Посмотрим, что будет здесь. Ну, я думаю, что ситуация другая, здесь не такие нервы будут. И сейчас не попал в положение вылетающего Гефеста таким вот этим пропущенным мячом. Но, конечно, психологическое преимущество, безусловно, сейчас у РМА. Я уже говорил, что и так восточная команда может занести себе матч в актив. Но то, что сейчас происходит, конечно, для Гефеста сродни катастрофе. Ну и, к слову, если брать КФЛ, считать в череде матчей, то на данный момент в онлайн-режиме серия без побед у Гефеста достигает 4 матчей. Поражение от Беслан М со счетом 1-2. Ничья с полетом 2-2, равносильно поражению. Ничья 0-0 с Интером и сейчас 1-1 с РМА. Масленников, Каханову. Гефест активирует режим штурма. Но их не будет этой серии, если не сможет отыграться РМА еще раз, потому что Сергей Романович замыкает здесь передачу, розыгрыш с углового. Но его, да, видите, здесь Гефест не нервничал. И 2 минуты спустя вернул себе перевес. 2-1, да. Голы не учитываются, забитые на чужом поле в Кубке ЛФЛ, поэтому... Что 1, что 2, 1, разницы нет, но здесь еще момент. Гефест не устраивает сейчас результат на табло. Преимущество у команды было куда больше, чем на один мяч, но можно опять позволить отыграться сопернику. Фатахов бьет, блокирует удар Андрей Моисеенков, который везде сейчас буквально. Просто везде, Андрей. Какой матч мы смотрим, а? Вроде бы преимущество Гефеста очень солидное, но опять же, вот это ничего не дает само по себе. А РМА теперь в атаке. Теперь режим навала от команды с Востока. Хотя бы вот не боязнью авторитетов гости заслуживают сегодня положительного результата, но сейчас они очень близки к тому, чтобы пропустить третий. Романович, пас Масленникову, уже не очень удачно, но Масленников разбирается или нет? Бьет, но уж блокирует удар, но Романович не очень хорошо пас дал, но здесь Мухин! И не попадает Максим Мухин, вот это да. Вот это да. Гефест, конечно, транжирит моменты. 1 за другим. Кстати, голевой пас. Константин Лозбенев отдал на Романовича. Там после аута не углового был, а аут был разыгран. И Лозбенев штрафную скидочку сделал. Сейчас Станиславский не спешит. Правильно. Куда спешить? От своих ворот. Здесь Гефесту надо понадежнее сыграть сзади. Хочу посмотреть, кто отдал Романовичу голевой пас в его первом голе, потому что там он все сделал сам, но кто-то же пас отдал когда-то. Во втором Лузбенев, а в первом голе, интересно. К слову, прессинг у Гефеста сработал в том эпизоде.
СРМА в атаке. И смотрите, чудо просто, чудо спасает сейчас Гефест. Ну, вообще, Моисеенков отдал пас, если, конечно, пас запишут. Два защитника ассистировали Романовичу. Здесь штрафной в пользу Гефеста, споры. И готовит Станислав Каханов исполнить штрафной удар. Да, но РМА действительно здорово сегодня смотрится и показывает, что абсолютно по делу в этом полуфинале. И показывает, что как играть, когда ты андердог. А здесь свободный удар. Фалит Андрей Моисеенков. И уже разыгран мяч, хотя еще там на газоне был Ткачев. Но в итоге он поднялся быстренько, увидев, что разыграли партнеры, тут Моисеенков недоволен, но в любом случае футболисты РМА в аут уже отправили мяч, сами ошиблись, разыгрывая комбинацию. 2,5 минуты до конца, но будет добавлено сколько-то обязательно. Романович против Иващенко, а сейчас от Романовича, нет? Нет, не от Романовича мяч покидает пределы поля, уже за боковой линией. Закеров сыграл, в общем, игра, в которой обе команды хотят забить, хотя одна из них ведет сейчас в счете. Но, может быть, голов и не будет. А может быть, еще даже не один будет. Но РМА удалось вот выстоять в нужное время. И сейчас РМА затянула в концовку Гефест. Могла затянуть Гефест в концовку, в которой бы... Вот так! Сейчас желтую получит Ткачев. А вот Каханов, он отмахнулся. И отмахнулся достаточно явно. Но видите, не все судьи за отмашки даже желтые карточки дают. Даже явные и в лицо. Так, ну а здесь зачем так разыграл Лазменев мяч? Подставил Мухина и подставил команду. Но здесь отработал Каханов, отобрал у Фатахова. Ошибки одна за другой следуют в исполнении обеих команд. Ну и, в общем-то, тут Гефест сейчас так достаточно нервозно действует. Удалось РМА затянуть соперника в концовку. И теперь все что угодно здесь может случиться. Просто несет Лазменев... Романович скидывает Идрисову, вернувшись на поле. Тот, может быть, и невольно, но отдает Мухину. Мухин забирает у Идрисова мяч. Ну, один против двух сейчас Максим. Пытается угловой заработать не потому, что время хочет потянуть, а просто потому, что ситуация безвыходная была у него. Но в итоге он зарабатывает фол. И зарабатывает фол, потому что фолит сам. РМА разыгрывает мяч на своей половине поля. Интересно, сколько будет добавлено времени? Фатахов против Моисеенкова. Тот дорабатывает, но это угловой. Угловой это шанс. Седьмая команда Востока против второй, третьей команды Севера. Концовка первого полуфинального матча на Севере, на Флотской. И РМА проигрывает 1-2. Пытается отыграться. Пас на Фатахова, может быть, не лучше, но Фатахов с мячом. Стукалов, Фатахов, Ткачев. Это была передача, но там не смогли подправить. Закеров, по-моему, там был. Станиславский поймал. Ну, подправь как следует Закеров, и особо шансов не было бы у Станиславского. Если бы попал. Сегодня не сыграл Колдаев, которого я не вижу на скамейке запасных. Падение Идрисова, и опять нет пенальти. И опять момент, ну, я не знаю, если честно. Что тут, Идрисов симулировал? Все, финальный свисток. Моисеенков высказывает претензии Ершову. Ну, вы знаете, заканчивается игра со счетом 2-1. Ну, на один хотя бы пенальти, мне кажется, Гефест наиграл. Ну что ж, на этом будем прощаться. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт в себе и себя в спорте. До свидания.